Это грозное оружие, очень серьезное. Вот. И, конечно, оно недопустимо, чтобы оно работало по нашим войскам, а тем более по городам российским, потому что если украинский режим подтянет эти системы к границам с Россией, то, безусловно, в поле досягаемости будет и наш Белгород, и другие крупные города, которые граничат с Украиной, в Курской, и Белгородской и Воронежской области. Российские системы ПВО могут справиться с вот этими вот системами? Ну, российские ПВО могут, конечно, справиться с этими системами, но надо понимать, что когда летит сразу 12 ракет, то 12 ракет сложно отсортировать, вот, или сепарировать, как называется.